gari? Usko nam bar dedin gene ham ya inga esta esta nam bar dedin. Oj pa da 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 tu ti ništa ovo poštam ne salam do čije sta. Ej, u nas tu nešto u mašini. Nam bar dedin gene. Eta kao eta rekord. Очередная проверка документов. И уже привычно, уже не так мандражируем и не чувствуем себя на этой земле шпионами. Так? Туристами. Но что-то тут не ладится. Что-то не ладится и... На деревенском таком деревенском виде посту, но его железо будущее, парень, стоит с камерой. Во дела. А снимать их нельзя, ребят. Я вот тут и так-то снимаю на грани фола. И так хочется повернуть камеру в их сторону, но это чревато тем, что мы сегодня не улетим. Поэтому, ну, кажется, они договорились. Вы слышите по их репликам? Мы с трудом понимаем, но интонацию улавливаем. Хотя напряжение на наших лицах, наверное, все-таки проступило, да? Привет, когда уже несколько минут вводится с нашими документами. И он вводит меня отсюда. А че, балаган, из комоля дуасе? Анханова? Спасибо. 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 О, окей. Outside in the tent to Qatar. А во сколько? А, когда? Now tarif по эти. Я думал, как в Пакистан. Tent. Why are you going to stay here? He asked you, stay with us. Why are you going there? I like to go home. I like my country. Thank you so much. Это верхняя, да? Ой, а что я, что вам не остаться здесь? А, ты, что он сказал? В итоге, после долгих проверки документов, этот боец, капитан военной полиции, на своем интересном английском, сказал, говорит, а что вам не остаться здесь? Я, нет, дорогой, спасибо, я люблю свою трону, я домой хочу. Я говорил, что в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Я прошу и вот всех здесь присутствующих, и всех, кто будет потом каждое слово из того, что я скажу, как бы анализировать и так или иначе использовать в своих собственных изложениях, иметь в виду. У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция – это ответ на встречный удар. Для тех, кто знает, не нужно говорить, что это такое. Для тех, кто не посвящен, скажу еще раз. Это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории. Ну, никакой тайны вам не расскажу. У нас ведь созданная система, и мы ее совершенствуем постоянно, она нуждается в совершенствовании. Система СПРН, система раннего предупреждения ракетным нападением. То есть эта система фиксирует в глобальном масштабе, какие старты стратегических ракет из Мирового океана, с какой-то территории произведены. Первое. И второе, они определяют траекторию полета. Третье, районы падения головных частей ядерного оружия. И когда мы убеждаемся, а это все происходит в течение нескольких секунд, убеждаемся, что атака идет на территорию России, только после этого мы даем, наносим ответный удар. Это ответно-встречный. Почему встречный? Потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессора. Конечно, это катастрофа всемирная, но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара.
Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие. Сами ничего как бы не делаем. Ну да, но тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Ну, потому что они даже раскаяться не успеют. Thank you for. Продолжение такое же? Не, сейчас в магазин за памперсами, а потом. А вместе с этим хотелось бы сказать вам, дорогие телезрители, я скажу просто ура! Ура! Мы летим домой.